Добрый день, уважаемые коллеги! Меня зовут Сергей Лысов, и на нашей следующей лекции мы поговорим с вами о том, в каком случае стороны договора поставки могут отказаться от его исполнения в одностороннем порядке и с какими последствиями они могут столкнуться в случае, если отказ будет признан судом неправомерным. Увидимся на видеоконсультации.